У ефіры праграма «Навіны рэгіёнаў», студыя Алена Мелішчанкова. Вітаю вас сёння ў выпуску. Президент Беларуси затвердил новую редакцию правил приема в установы высшей и специальной высшей эдукации. Ледь не у каждый куток Могилевщины завитала республиканская акция «Наши дети», каб ажыццявіць дитячие мары. И про развитие подразделения у предприемства «Могилёнерго». Про это не только, больше подробязно у репортажа наших корреспондентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко затвердил новую редакцию правил приема в установы высшей и специальной высшей эдукации. Гэтые правила допрацаваны с уликом выников широкого вывучения громадского меркования и экспертных отзнак, а так само апробация особных норм в ходе уступной кампании 2022 года. У целом обновленные правила приема в установы высшей и специальной высшей эдукации захавают систему поступления, якая замацаваная кодексом об адукации. Яна накированная на повышение объективности отзнаки ведов абитуриентов и обеспечивают ровные махчимости поступления у ВНУ. Так само продугледжуется удосконаление отбора наибольш подрыхтованных и мотивованных абитуриентов для отримания запотребованных экономикой Беларуси специальностей. Президент Беларуси Александр Лукашенко призначил премию за духовное одраджение и специальные премии деячам культуры и мастацтва. Сярод узнагароджаных и наши земляки. За великий уклад у развитие народной мастацкой творчести и отражение традиций шаповальства отзначены специальной премией коллектив Дрыбинского историко-этнографичного музея. Высокой узнагороды удостоены авторский коллектив Василия Бараншука, директора духовно-осветницкого центра при храме Святой Елизаветы у Бобруйску и настоятеля этого храма протоиерея Виктора Толаха. Их отзначили за великий уклад в умацывание духовных каштовностей, культурное и духовное выхование молоди. Центр летось отзначил 15-годие, и, по словам специалистов, тут довольно высокий уровень навучания детей, забеспеченный индивидуальный подход. Навучальный процесс щильно связан с христианским выхованием детей. Сам Василь Баранчук узначаливает этот центр и полностью его финансует. 26 малышов народились в Беларуси у первых годины 2023 года. Сярод первых маленьких белорусов нового года на свет заявилась девчинка у Бобруйску. Немовля стала первым дитяти, народженным у 23 году на Могилевщине. Молодая мать Марта Михнюк примает веншаванне с народжением дочки. Немовля стала не просто першинцем у этой семьи бобруйчан, а у вогули первой новонародженной у регионе у 2023 году. Коли докладно, малышка народилась у 0 годин и 1 хвилину 1 студеня. С веншаваннями и подарунками до матули завитали гости. От имя президента Беларуси веншаванне передал наместник старшини Могилевского облвыканкама Валерий Малашка. Так само кветки и сертификаты на потребные речи и пожиданий самого головного здоровья от областных уладов, головного управления охраны здоровья в области и Бобруйского гарвыканкама. Сама ж молодая мать признается, народжение малышки менавіта у новогоднюю ночь стало сапраўдным сюрпризом и самым дорогим подарунком у житті. У нас плановые роды были 5 числа. Ну, собирались, готовили бутерброды, стол накрывали, а тут начали схватки. Пришлось ехать в роддом. И вот мы к 8 вечера уже были здесь. Роды прошли хорошо, очень запоминающиеся. Поэтому мы решили сходить еще за 2 мальчиками. Самое главное, что в нашей стране в первую минуту Нового года родилось несколько детей. Это говорит о том, что мы имеем продолжение и мы имеем особое отношение вот именно к детям и отношение государства к материнству и детству. Поэтому вот все меры поддержки и семейного капитала, и поддержки при рождении первого ребенка, они дают свой результат, и семьи откликаются вот на эту поддержку, и дети у нас рождаются. Бобруйский родильный дом – это перинатальный центр другого узроўня, где оказывается профессийная акушерско-гинекологичная допомога жанчынам Бобруйска и 5 пролегающих районов. Летось на свет тут з'явилися больше 2000 детей, из яких 16 – двойняты. Нараджение детей – это заўсёды радостная подея, и таких повинно быть, як мага больше. Квалификованный персонал допоможа, а держава подтрымая. Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко. Новини региона. На Могилевщине, как и у Беларуси, в целом протягивается таяние ледяного покрова на водоемах. На большинстве рек вода находится у пойме. Однако местами у связи с заторами и ледом назирается повелишение узровню воды.
Узровень притока Сожа узнялся до небезопасно высокой отзнаки, поведомляет Белта по информации Республиканского центра по гидрометеорологии. На реке Проня побоч звездка летяги узровень воды перевысил небезопасную отзнаку, у связи с чем обвешено штормовое гидрологическое попередження. У раніце авторка до ратовальников Круглянского района поступило поведомление о пошкодженні участка дороги помеж звездками Грибина и Александрова. Размытый грунт и пошкодженный асфальт. Это отбылося за засора трубы при таянии снегу. Зараз проезд праз гэты участок закрытый. Потерпелых нема, знашают у Круглянском районе. Ведется мониторинг гидрологичной обстановки, распочаты одновленчие работы. В период таяния снега сотрудники МЧС советуют очистить дренажные источные канавы от мусора, чтобы дать возможность уходить в воде. Убрать с подворья и подвалов вещи, которые могут быть испорчены. Особенно это касается жилых домов в низинах и в местах схода снега с полей. Как правило, жители подтопляемых населенных пунктов спасаются от воды с помощью создания сети канав. Сознательно граждане за ними ухаживают, очищают их от веток, от мусора, от слежавшегося снега. При необходимости укрепляют откосы. Мы працуем для вас, вам наша энергия. Пресс-тур с такой назвой для журналистов региональных сродков массовой информации зладили на предприемстве «Могилёвэнерго» и рассказали про то, как забеспечивают споживцу электричной и тепловой энергией. Прес-тур под назвой «Мы працуем для вас» начался с мозгового центра предприятия, диспетчерского пункта. На контроле людей, которые работают тут, каждый участок великой энергетической сетки областного центра. Часом про аварийную ситуацию они доведываются ранее за споживца. Диспетчеру постоянно поступают звонки от жителей. Кто-то жалуется на качество напряжения, у кого-то там свет моргает, у кого-то пропадает свет. Диспетчер должен проконсультировать всех людей, то есть он должен быть специалистам не только вот в узкой какой-то сфере. Он должен полностью дать консультацию. «Могилёвэнерго» забеспечивает электричной и тепловой энергией каля 750 тысяч человек по области. Для этого дежурства несут аварийные службы. Если мы вешаем где-то ларанды, есть на опорах есть разъединители, то мы отключаем, заземляем и вешаем, пока заземлено. Вот такой вот плакат. И не включат работу на линии. У «Могилёвэнерго» разумеют, что аварийные або плановые отключения перешкоджают звычайному ритму життя споживцов. Зараз отпрацовывается технология отправки смс-оповещения у выпадку отключения электроэнергии. Люди получают смс-оповещение, что приносит большую пользу как людям, они понимают, сколько они будут без света, так и нашим работникам, которые не отвлекаются на огромное количество звонков. Развитие по всех направках так коротко формулируют планы на этот год у «Могилёвэнерго». Одна из главных задач – створение умов для подключения жилых домов до электроотепления. Гардия Ягорова, Миколай Соболев, новини региона. Согреть дитячее сердце теплом и добрынёй, подарить святочный настрой приехали в областную дитячую больницу волонтеры Червоного Крыжа и представники областного отделения Белорусского дитячего фонда. Для тех, кто проводит святы на больничном ложку, подарунки и радостные почути, которые помогут у вылечения. Областная организация Червоного Крыжа и областное отделение Белорусского дитячего фонда давние партнеры дитячей больницы. Сумесных проектов шмат – лечение, реабилитация, отпочинок детей, яким необходимо больше уваги. Подчас марафону и телемарафону «Согреем дитячее сердце» на доброчинный рахунок поступили и протягивают поступать гроши, которые идут на добрые справы. Так, у эндокринологичное отделение областной дитячей больницы набыли новый телевизор. Они попросили, чтобы у них в игровой комнате появился какой-нибудь большой широкоформатный телевизор, который им не только для того нужен, чтобы мультики смотреть и скрасить как-то время пребывания в стационаре, но в том числе использовать его в обучающих программах в школе сахарного диабета, в школах, где врачи и медицинские сестры учат детей жить со своими болезнями и компенсироваться. Некоторые дети с отделения эндокринологии, на жаль, проведут святы на больничном ложку. Нагадать про Новый год и подарить заряд энергии и бодрости завитали в больницу волонтеры областной организации «Червоный крыж». Действительно, клоунотерапия – это достаточно востребованная мини-инициатива. Она уже такая популярная, даже сказал, известная уже вот в учреждениях здравоохранения и в других учреждениях наших партнеров. Ее очень хорошо воспринимают дети, им очень нравятся наши клоуны. Мы проводим такие с ними интерактивное такое общение, проводим конкурсы, викторины.
Это очень классная возможность поделиться своей какой-то радостью с детками. И тоже очень огромная возможность для нас подурачиться день. Не быть там серьезными студентами, а прийти и подурачиться. Они нас все уже знают, ждут нас и воспринимают нас только, наоборот, проще, чтобы мы к ним еще раз пришли. И, возможно, их настроение улучшится, и их дальнейшее выздоровление станет намного легче. Организаторы доброго настрою для всех детей нагадывают, доброчинцы и волонтеры потребные завсёды. Не губляйте шанс подарить детям усмешки. Катерина Градницкая, Александр Тарасов, новини региона. Республиканская доброчинная акция «Наши дети» на шляху ажитявления дитячих мар завитала ледь не у кожный куток Могилёвшины. Одразу несколько подшефных установ с подарунками и добрым настроем наведали офицеры и курсанты Могилёвского института Министерства внутренних справ. У Могилёвский центр реабілітації дітей, інвалідів і хворих психоневрологічного профілю доброчинці у погонах з подарунками завітують до кожного свята. Новогоднє, калядне – не виключення. І обов'язково з яскравим представленням, каб гэты дні запомніліся тільки добрим настроєм. Чекали гостей і у Матюцьким дитячим садку Городського району. Гэтую дошкольну установу адукації шефи не покидають без уваги. Садок наведують более 20 деток, дійнічає тут і група з круглосуточным знаходженням малышов. У подарунок просили санки. Окромя зимового транспорту, шефы у кооперации с доброчинной организацией «Табея» привезли цацки, одени и, конечно, ласунки. Они вот ждут. Просто открыто вот говорят, что и воспитатели, и уже более взрослые ждут нас, что вот приедут с Могилевского института, соответственно, Снегурочка, Дед Мороз. И не главное для них, я заметил, что подарок там какой-то конфетку, а вот само общение. Главное не в деньгах, а вот чтобы люди были обеспечены вот теплотой своего рода. Если даже где-то родители не могут, то почему бы мы, начиная от учебного заведения, да и в целом общество должно оказывать вот содействие вот таким, будем говорить, и семьям, и учреждениям, и даже в школах. И не будем приурочивать, что там наши, понятно, наши дети. Но надо всегда детям оказывать внимание, потому что это будущее нашей страны и всего общества. Навученцы Могилевской гимназии колледжа мастацтва дали концерт у гандлевом центре. Слухачи могли не только отрымать асалоду от джаза, а и стать доброчинцами. Перформанс прошел у рамках акции «Согреем дитяче сердце». Больше за 5 годов навученцы Могилевской гимназии колледжа мастацтва уладят доброчинную акцию «Музыка добрыми». Подчас их выступления глядачи могут отдячить артистов и покинуть грошовое ахвярование. Отрыманные сродки накируют на допомогу детям. Мир не без добрых людей. Это возможно, наш пример, возможно, подвигает других людей на всяческую благотворительность, на подобные акции. Вот. Потому что на самом деле надо помогать людям. Это делает мир добрее. Мета теперешней акции – допомогчи Варвары Акуньовой. Ей 9 годов, и она мая серьезное захворывание органов зроку. Девчинка навучается у Шкловской специальной агульно-адукационной школе для детей с порушениями зроку. Любит выпекать, выступать на сцене и заниматься физкультурой. У батьков не отрывался выконать мару Варвары до ее дня народжения. Допомогчи взялись молодые музыканты. Собираем денежки, чтобы осуществить ее новогоднюю мечту. Говорить не буду никакую, потому вдруг она увидит. Это ее сюрприз. И 14 января на нашем традиционном вечере гимназия-колледж собирает друзей. Она будет приглашена, и ее мечта осуществится. Гэтым разом в арсенале музыканта-волонтёров – духовые инструменты. Гандлёвы центр наполнили живой музыкой тромбона, кларнета и саксофона. Подобные концерты для навученцев – гэта еще и удалая практика. Навученцы гимназии колледжа показывают, насколько важно заставаться милосердными. И за чужое счастье можно радоваться, как за своем. Марта Милосердова, Ягор Малейко, Николай Соболев, новины региона. Оранжевый уровень небезопасности обвешаны синоптиками на середу. Чекается мощный порывистый ветер до 15-20 метров за секунду. Будет облачно с прояснениями, часом мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура поветра на протягу суток от минус 2 до плюс 3 градусов. Самые актуальные новины в области на нашем сайте и в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилёв». Долучайтесь, а так само глядите нас у социальных сетках. Я на этом с вами развитываюсь, ожидаю вам только добрых новинов. До встречи. We'll be right back.